Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Monet Network. И в этом видеообзоре я бы хотел разобрать новость, которая есть уже, конечно, довольно-таки давно, но она актуальна и на данный момент. Это баунти данного проекта. Баунти компания проекта Monet. Кликаем на нее и, конечно же, переходим на статью о баунти проекта Monet. Вся информация, которая представлена здесь, она звучит о том, что они вознаграждают людей, которые помогают им в развитии, то есть рекламируя их. Как мы видим, что они выделяют 0,5% от своих 5 миллионов токенов. Точнее, 5 миллионов токенов это 0,5% от всех, простите. И также они представляют, за что можно получить эти самые токены. То есть здесь представлена информация, за что вы можете получить их. То есть если вы что-то из этого умеете делать, если из этого у вас что-то хорошо получается, то вы можете заработать токены совершенно бесплатно, просто своим трудом, не вкладывая никаких денег. Далее нам представлена здесь информация о том, сколько вы с этого можете заработать. То есть все очень просто. Если у вас копия, если вы ничего не можете придумать сами, то вы ничего и не получите. И в зависимости от качества вы получите все больше и больше и больше. Но хорошее качество, как мы видим, это действительно тяжело. То есть это действительно вам нужно быть профессионалом, а не просто так клепать какие-то непонятные вещи только для заработка. Так вы ничего не заработаете. Вот еще раз покажу список. Если вы в чем-то считаете, что вы справитесь с этим, то вы можете, конечно же, разрекламировать данный проект. Для проекта это плюс и для вас, соответственно, тоже. Представлен контент, за него дают 40%. Что входит в контент, вам также представлено. Всю информацию вы можете подчеркнуть здесь, подчеркнуть из сайта, из твиттера. В общем, вся информация есть. Далее нажимаете контент баунти и заполняете форму. Ну, давайте, чтобы не говорить на словах, перейдем и посмотрим. Вот мы переходим. Как мы видим, имя, email, telegram, все-таки линк, комментарий, если вам какой-то нужен, и какой токен вам нужен. Конечно же, нам нужен Tenom, ведь мы ради этого токена здесь, собственно, и собрались. Все, возвращаемся обратно и идем дальше. Далее код компании, который также представлена вся информация, что именно им требуется от вас. И также нужно заполнить форму, подобную той, что я вам приказывал до этого. И комьюнити компания, она всего дает 20%. Если тебе по 40, то это 20, соответственно. И на этом все. Далее нажимаете комьюнити баунти и также заполняете форму. Как я и говорил, на этом все. Опять же, нам представлены соцсети, которые всегда и везде нам представлены у данного проекта. White Paper, Telegram, Twitter. Ну и, конечно же, сайт. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, если вы хотите заработать токены Monet совершенно бесплатно, то вы прислушайтесь ко мне и изучите данную статью более основательно. А я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.